Все, все. Не смейся. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно. Не меняйте. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Просто убери пистолет. И никто не пострадает. Думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Он внутри нас. Я прав? Я же прав. Вот опять. Опять все переменилось. Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте в туман! Что? Здесь нет тумана! Не вдыхайте! Не вдыхайте туман! А почему нельзя вдыхать? Как он действует? Он... зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас все. Пожалуйста, успокойся. Стоп. Стоп. Туман фронта из нас. Убери пистолет, слышишь? Что за разговор? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Дышал ты туманом или нет? Говори! Говори! Нет, мы не вдыхали, мы задержали дыхание, я знаю. Да ладно! Вы типы крутый дайвер, но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Он во мне! Кошмар! Я вдохнул туман! Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится! Меняет меня! Внутри! Нет, нет! Я его не вижу! С тобой все в порядке, никакого тумана нет! Нет! Хватит врать! Вы все видите его во мне? Вы просто врете! Туман внутри! Меня заживо! Эй, чувак, давай просто... Жди возле радио. Зачем? Иду на уровень ниже. Может, там есть полезное оборудование. Постараюсь недолго. Подожди меня здесь. Я тоже буду здесь.
сбегай. Скажешь тоже. Крышка трамблера у их босса. Я его видел. Идите за ним. Господи, что это? Какая разница? Нам нужна крышка трамблера. Вот! Он точно пошел туда. Вот, блин. Ну ты посмотри. Не допрыгну, Алекс. Я поищу другой путь. Смотри, вот бывает же везение.
Успокойся. О, Господи. Господи. Флис. Есть. Ну что, попробуем? Козел, захвативший яхту, думал, там золото. Он хотел золото. Вот и все. Маньчжурское золото. Оно оказалось совсем не таким, как мы представляли. Я кручу это в голове все время. И не могу понять никак. Просто. И помню, что видел. Просто. Как поверить в то, что я там видел? Я видела Алекс. Но это был не Алекс, а кто-то другой. Но он выглядел как Алекс. Он смеялся надо мной. Вот вы, мотор. Это, кто-нибудь хочет пивка опрокинуть? Давай. Поздравляю! Все ваши подопечные еще дышат. Достижение, можно сказать. Ситуация накалилась, но Алекс сумел сдержаться. Молодец, Алекс, и вы молодцом. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот... Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Little Hope, а может быть, где-то еще... Но знайте, мы встретимся. Это неизбежно.
Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand.